Как-то раз медсестра по имени Мишель Смит, работавшая в организации по контролю над животными в городе Андерсон, что в Соединенных Штатах Америки, услышала телефонный звонок. Она взяла трубку. Неизвестные поведали ей о том, что неподалеку от ее места работы во враге лежит собака и громко лает. После того, как разговор был закончен, а все координаты уточнены, женщина сразу же поехала выручать несчастное животное. Звонившие не обманули. Спустившись в тот самый овраг, Мишель отыскала собаку породы шицу. Она запуталась шерстью в зарослях колючих кустов, изранилась и громко лаяла, ожидая помощи. Но это было еще не все. Как выяснилось, животное оказалось в беде не одно. Рядом с ним был маленький, совсем крохотный котенок. Именно его защищала шицу. Как же эти оба попали в такую ситуацию? По мнению Смит, собака отыскала малышню возле ручья и намеренно спустилась во враг к нему, ведь услышала, что он громко мяучит. А вот что было потом – загадка. Вероятнее всего, выбраться наверх шицу не смогла, не только не спасши чужую жизнь, но и подвергнув опасности свою. Как бы там ни было, а этот поступок достоин уважения. Ну а что касается маленького Котофея, то его, вероятнее всего, попросту выбросили за ненадобностью какие-то нерадивые хозяева. Мишель вызволила обоих животных и отвезла их к себе в центр. Там она оказала им необходимую медицинскую помощь. Следует отметить, что все это время собака ни на шаг не отходила от котенка, она ухаживала за ним и оберегала его, как будто это был ее собственный малыш. Котофея назвали Кейт, а собаке дали имя Голди. И вот в один чудесный день их обоих, и маму, и ребеночка, забрали в новую семью, решив не разлучать животных с такой тесной связью. Теперь у счастливых зверей новый дом, где их любят. Разве это не мило? Еще одна история в копилку опровержений тезиса о том, что кошки с собаками – заклятые враги. Как бы не так. Но самое странное здесь – результаты обследования собаки, которые показали, что у нее никогда не было своих щенков. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.